Завершается год добрых дел. В честь 95-летнего юбилея Ирбитский молочный завод объявил 2020 год годом добрых дел. Завод помогает тем, кто остро нуждается в поддержке. Врачам в красной зоне, людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Хочу выразить благодарность молочному заводу Сергею Васильевичу, директору, и депутату Юлии Владимировне. Большое спасибо. Оставшись без жилья с двумя детьми дошкольного возраста, Анастасия воспользовалась материнским капиталом. Приобрела неблагоустроенную квартиру. Это все, на что хватило денег. Из удобств только централизованное отопление. Крыша над головой, конечно, есть, но жить там невозможно. Элементарно нет ни воды, ни канализации, ни комфортных условий для проживания, особенно для детей. Генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суедин лично принял участие в рассмотрении заявления от одинокой матери. Сам осмотрел квартиру и принял решение помочь. Была проведена канализация, проведена вода в дом. Поставлены новые окна, сделан капитальный ремонт. Осталось только занести обратно вещи, вынесенные на период ремонта. Детям Анастасии 4 и 6 лет. Благоустройство их квартиры – это еще одно доброе дело, которое завершит юбилейный год Ирбитского молочного завода. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.